В этом учебном году в рамках реализации программы предпрофессионального обучения «Медицинский класс» в Московской школе наши десятиклассники посетили открывшиеся после капитального ремонта по новому московскому стандарту взрослую детскую поликлинику, подстанцию скорой помощи и городскую клиническую больницу. Сегодня учащиеся нашего 10-го медицинского класса были приглашены на профориентационную экскурсию в павильон «Здоровая Москва» в парке Горького. Отрадно видеть заинтересованные глаза наших будущих коллег. Замечательно, что московское образование дает возможность ребятам погрузиться в профессию на этапе школьной скамьи не только с теоретической точки зрения, но и с практической. Мы провели с ними экскурсию по павильону, показали, как устроена работа, что, насколько важна диспансеризация. Сегодня мы узнали, что пройти полный чекап можно на современном оборудовании и с квалифицированными специалистами быстро, просто и удобно. Нам было интересно познакомиться с таким форматом, как поликлиника в парке. Желание стать врачом и помогать людям у меня прибавилось.